Здравствуйте, меня зовут Ярослав Рахманин, 1986 года рождения. Я закончил Санкт-Петербургскую театральную академию, мастерская Вениамина Михайловича Фельштинского. Родился в Кемерово, в детстве занимался хоккеем. Играл я достаточно плохо, но у меня был свой стиль, по крайней мере, мне так говорили. Я сменил кучу разных работ. Я работал диджеем на радио, я работал ведущим в стрип-клубе, я работал спасателем в бассейне, и даже работал разнорабочим на стройке. Вот. Но потом я поступил в театральную академию и решил стать артистом. Я очень хочу сыграть спектакль про Гагарина. Про Гагарина, потому что мне очень нравится он как человек, и очень интересен сам феномен первого полета человека в космос, потому что это практически такая вещь, которую никто никогда, ну, до этого не делал, и вообще неизвестно, чего было ждать там. Да? И это все равно, что сказать человеку: давай мы тебя как бы убьем, но потом с того света мы тебя возвратим, ты не волнуйся. Да? Ну, по крайней мере, у нас есть план, чтобы тебя с того света возвратить. Вот. И что с ним происходило, да, и почему-то, вот я не знаю, мне вот очень нравится вот этот его текст, да, перед полетом, когда он говорит: этот первый в истории полет я хочу посвятить людям коммунизма, общество, в которое уже вступает наш советский народ, в которое вступят все люди на Земле. Но я-то знаю, что как бы это все, к сожалению, не получилось. Но вот эта вера человека, которая потом разобьется, мне кажется, это очень интересно. Спасибо.